Александру Галкову пришлось отчитываться о проделанной работе мэрии по большей части за тот период, когда мэром он еще не был. Тем не менее, докладчик озвучил основные болевые точки Улан-Удэ и предложил 5 приоритетных направлений будущего развития города. Это жилье и жилищные условия, сфера образования, экономика, безопасность и самореализация населения. Мы все уже понимаем, что существенным тормозом инвестиционного развития города сегодня стало отсутствие эффективной градостроительной и земельной политики. По итогам прошлого года общий объем инвестиций, привлеченных в экономику города, составил 13,3 миллиарда рублей. Но многие проблемы город в состоянии решить сам, без привлечения финансовых средств извне. Однако... Сегодня органы местного самоуправления нуждаются в обновлении подходов в работе. Решение многих проблем сдерживается не отсутствием средств, а нехваткой идей и новых подходов. Глава Бурятии дал администрации города ряд рекомендаций, которые помогут мэрии и городскому совету депутатов работать более продуктивно и сконцентрироваться на решении первоочередных задач. Речь шла и о модернизации теплоэнергетического комплекса, ЖКХ, комплексного строительства и борьбы с самоволками. Александр Галков заявил Вячеславу Наговицыну, что почти все взял на заметку. Население города ждет от смены власти позитивных перемен. И ваша задача, Александр Михайлович, оправдать эти ожидания. Алексей Унагаев, Сергей Устинов. Новости дня.